Возобновленный легендарный маршрут времен СССР связывает между собой 12 городов в 2 республиках и 7 областях. По Волге от Углича до Волгограда, между которыми разные населенные пункты Поволжья, где у каждого причала неповторимая атмосфера. Межрегиональный проект «Великий Волжский путь» объединяет новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Приволжья, раскрывая самобытность каждого региона, в том числе и Ульяновска. Ульяновская область стала инициатором этого проекта, возрождения этого проекта, потому что этот проект существует давно, но он долгое время находился в состоянии такого покоя. Но после подписания соглашения 5 губернаторами... Волжскую дорогу снова открыли для всех любителей речной романтики, родных российских видов, а главной истории страны. Ульяновский этап Волжского пути обещает стать самым разнообразным. Для туристов подготовили сразу 4 программы, где расскажут о жизни Ленина, становлении СССР, об авиационных достижениях региона. Более 60 пассажиров теплохода радушно встречают творческие коллективы Ульяновска, знаменитый сказочный персонаж региона Колобок и опытные экскурсоводы. К круизу в каждом порту присоединяются новые туристы. Слухи о комфортном, увлекательном путешествии долетают быстрее, чем идет Василий Суриков. Если рассказать про сам теплоход, то он имеет особенности. И гости, которые много путешествуют, они заметили эти особенности, потому что это австрийской постройки теплоход. И здесь очень интересные широкие трапы. Очень много зон для отдыха. Теплоход премиум-класса, великолепное обслуживание, всевозможные викторины. Сомелье проводит дегустационные всевозможные. Те самые. Вчера даже у нас было винное казино. Вот. Также развлекательные вечерние программы. Продолжительность круиза 10 дней. Средняя стоимость 7 тысяч за каюту. И для кого-то это отличная альтернатива путешествиям по зарубежью. Учитывая, что виды Приволжья могут также восхищать, а гостеприимность городов оставляет желание вернуться еще раз. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73.